Уборочная страда подходит к концу. По данным Минсельхоза Республики, уже скошено почти 178 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это почти 80% от запланированного объема. Ожидалось, что нынешний сезон станет богатым на урожай. Посевные площади были увеличены, но планы аграриев нарушила сначала засуха, затем проливные дожди. Были уничтожены более 22,5 тысяч гектаров посевов. По прогнозам, будет собрано 430 тысяч тонн зерна вместо планируемых 500 тысяч. Хотя и это больше, чем в прошлом году. Картофеля на полях республики убрано почти в два раза больше прошлогодней цифры. Правда, урожайность несколько ниже. Полным ходом идет и уборка овощей. В этом году на полях увеличилась и их урожайность.